комплексно решить проблемы ЖКХ, благоустройства Рубцовска и сельских территорий Рубцовского района возможно. Для этого в том числе необходимо создание агломерации. Такую идею озвучили на специализированном форуме «Рубцовск. Пути развития». За создание агломерации Рубцовска и Рубцовского района выступили депутаты и представители промышленных предприятий. В частности, депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Лор отметил, для реализации такого масштабного проекта в самом главном промышленном городе края есть необходимая инфраструктура функционирующих предприятий. Так депутат назвал передовые промышленные площадки, ремонтный завод запасных частей и Рубцовский литейный комбинат. По его словам, они являются инвестиционно привлекательными. С территории Рубцовского района на сегодняшний день уже, как сегодня все понимают, ну, это уже практически единое целое, да и сложно, наверное, разделить, где заканчивается район и чисто проблемы города, или где районы, чисто проблемы городские. Наша задача же не просто сформировать какой-то документ, четко прописать правила и потом кого-то загонять. Нет, мы должны создать условия и своевременно все это подкреплять конкретными нормативными документами.